Целью всероссийской акции «Зарядка с чемпионом» является привлечение жителей России к занятиям физкультурой и спортом. Своим примером известные спортсмены способствуют популяризации спорта и здорового образа жизни. Такая форма работы используется и дает свои положительные результаты и в Славянском районе. В Центре спортивной подготовки «Олимпиец» созданы прекрасные условия для занятий легкой атлетикой. Юные спортсмены первой детско-юношеской спортивной школы, которые занимаются здесь, упорно и с удовольствием тренируются, чтобы развиваться, совершенствовать свою форму. Большую роль в росте спортивного мастерства играет общение с известными спортсменами. Мастер спорта международного класса, чемпион Универсиады 2003 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2006 года Татьяна Полнова с радостью занимается с ребятами, передает им свой накопленный опыт. Основной моей задачей является донести до молодого поколения нашей страны желание заниматься спортом, желание быть здоровыми, необходимость соблюдать режим жизни и не злоупотреблять плохими привычками. Легкоатлеты спортшколы охотно перенимают опыт признанных спортсменов. Один из лучших и подающих надежды Александр Гусаров очень любит бег на короткие дистанции, тренируется всерьез, надеясь на высокие результаты. Я очень люблю легкую атлетику. Для меня честь заниматься с такими известными спортсменами, как Татьяна Федоровна. У меня стремление достигнуть такой же цели, стать таким же быстрым, в общем, как Татьяна Федоровна. А вот Анна Иванова мечтает добиться спортивных высот в прыжках с шестом. Для этого она готова упорно и постоянно заниматься. Когда ты видишь, как они занимаются, как они правильно делают это упражнение, ты учишься этому и как-то запоминаешь. И результаты растут. Кто хочет это добиться, у него это все получится. Занятия подходили к концу. Дети обогатились новыми знаниями и впечатлениями. Среди них много одаренных ребят с реальными перспективами. Может быть, есть и будущие чемпионы мировых первенств и Олимпийских игр. Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа «События».